Продолжается конференция в Алма-Ате, Республика Казахстан. И следующий наш собеседник, представительница Киргизии, торгового дома «Народный», Бермет Айманбаева. Бермет, здравствуйте. Здравствуйте. А какую цель преследуете, участвуя на этой конференции? Ну, одна из основных, главных целей, которым мы обозначили для себя, участвуя на этой конференции, это перенятие опыта наших коллег с России, с Казахстаном. Опыт у них большой, для нас это, ну, как бы интересно. Насколько применим опыт Казахстана и России, таких больших стран, в деле Кыргызстана? Начнем с того, что основную долю рынка составляют производители внешние. Внешние — это в первую очередь это большой производитель, это Россия. У нас как бы продукция одна, в принципе, клиент, он одинаковый. Мы все живем на постсоветском союзе, плюс-минус клиент нацелен, ну, цели клиента у нас одинаковые. И основную долю мы как бы ищем знакомство с производителями России, Казахстана, и также развиваем производители Кыргызстана также тоже присутствуют в сетях. Вот. А насколько сейчас развивается рынок Кыргызстана? Ну, он идет вперед. Ритейл в этом плане развивается в последние несколько лет очень хорошо. То есть, если раньше приросты были не такие большие, то в последние 2-3 года приросты, доля ритейла на рынках Кыргызстана, она значительно возросла. Ну и, соответственно, требуются дополнительные ресурсы, чтобы поддерживать этот рост. Отметим, что нашей собеседницей была представительница торгового дома «Народный» Кыргызстан, Бермет Айманбаева. Спасибо. Спасибо вам.